Пришла домой, я вообще в шоке. Я не знаю, что делать. Собака забралась на стол. Просто разгрызла книжку библиотечную. Просто что будет? Я не знаю, что. Вот это вот, это летняя тетрадь по школе. Все поделал, старался. В школу это все надо было относить на оценку. Она просто все загрызла. Она, видимо, научилась, насмотрелась на кота, научилась запрыгивать. Не знаю, что делать. Тут что, как библиотеку мне что? Сколько денег за это надо будет заплатить? Тетрадь на оценку сдавать надо. Я ее отлупила. Вот она сейчас лежит. Хвостом виляет.